В этом году планируется провести благоустройство территории сквера, расположенного вблизи музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина в Больших Вязёмах. Работы пройдут с мая по август в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Обустроят пешеходные дорожки, установят стенды с информацией о земляках-ветеранах Великой Отечественной войны. Недалеко от жилой застройки появится детская площадка, а вместо стихийной парковки сделают полноценную стоянку. Будет улучшено освещение всей территории, а также установлены камеры видеонаблюдения.